Переходим к процедуре награждения. Категория до 53 килограмм. Третье место занял Губар Игорь. Пожалуйста. Второе место Олейник Михаил. Первое место. Дебютанты все у нас. Ниязов Евгений с результатом 55 килограмм. Фото на память сделаем. Поставим грамоты, красиво. Смотрите, да? Да. Категория до 53 килограмм. Представители 17-й школы, Ярославская Суворовская училище, 14-й школы. Категория до 59 килограмм. Никуда не уходите, а общие фото принимают. Русу Станислав, 3-й метр. Второе место. Терновка, Басиян Дмитрий. Результатом 60 килограмм. Первое место. Представитель Нижней хуторской школы. Фокша Максим. 95 килограмм. И категория до 59 килограмм. Получилось? Да. Переходим к процедуре награждения категории 56 килограмм. Пятое место. Тороков Владислав. Четвертое место. Китов Владимир. С результатом 70 килограмм. Третье место в категории 66. Сава Артемий. Второе место. Атлана Владислав. Борьба шла за первое место. Ну а Емельянов Даниил выиграл первое место с результатом таким же 80 килограмм. Сейчас мы делаем фото на память. Категория самая многочисленная, 66 килограмм. Всегда она самая упорная была в последнее время. Все. Итак, переходим к следующей весовой категории. 83 и 93. Второе место. Скляров Игорь. Яровой Александр, категория 93 килограмма, занял первое место с результатом 85 килограмм. Категория 93 килограмма. Сейчас, еще раз. Переходим к категории самой тяжелой, престижной. Категории до 105 килограмм. Четвертое место. Барабаш Сергей с результатом 55 килограмм. Да, дебютант соревнований. Третье место. Браун Владимир. Я не участвовал. Второе место. Ведиман Руслан. Машина. 100 килограмм! Дайте получится! Получится! Также у Торопова 50 килограмм. Молодцы, ребята! И первое место с результатом 125 килограмм. Литвиненко Артем. 10-я школа. Держите грамоты. Сейчас сделаем фото на память. Все, остальные. Вы большие.
чемпионка среди девушек стала Корчевая Татьяна. Представитель нашей. Красногорска подняла вес 60 килограмм. Рекордный вес Татьяна Татьяна. Самая смелая, мужественная. Сейчас те, кто прошу встать сзади Татьяны, и мы сфотографируемся. Те, кто построили сзади, все. Общее фото сделаем. Получится у нас или нет? Я думаю, получится. Давайте сюда. Сюда сядьте. Ну, давайте. На этом мы заканчиваем соревнование, но фото надо делать еще. А, пускай снимает. Так, давай. Если я стану его не будет. Все, маленький, подвиньте на подиум. Вот, так. Ну что, давайте постарайтесь сделать лицо, которое можно выставить на обложку журнала какого-то красивого. Улыбаемся. Это четвертый наш турнир юношеский. Можно так? Да, да. Всё, спасибо. На этом мы закончили наш турнир. И мы готовимся к следующим соревнованиям. Всё, спасибо, ребята, все. Всё, оперативно, быстро. Видишь, нет, я видел. А ты как пошел? Лежа пришел. Надо было тебя вызвать. Крыльчу вызвать. А что это тоже? Он что-то не давался? Сейчас встретимся. А может он уехал? Так, все, ладно. Вы не уехали?